партия. Дай порулить. Шутка конца 80-х. Старшее поколение помнит то время, когда партбилет открывал многие двери. Страна тогда была однопартийной, и как такового политического выбора не существовало. Партия была государством, государство было партией. Современный Казахстан такой выбор дает. Сегодня в республике зарегистрировано 6 партий. Это и вышеупомянутые коммунисты, народные демократы, социал-демократы и даже экологи. Сейчас стало очень престижно работать в партии. Ак-Жол является конструктивной оппозицией. Контролировать. Во-вторых, предлагать. А чем конкретно они там занимаются? И вообще, что сегодня людей приводит в партию? Убеждения или жажда карьерного роста? Давайте разбираться. Я просто представлял, что партбилет — это вот такая книжечка. Черная молния, кто-то говорит так. У нас, конечно, имеется партбилет. Вот смотрите, вот мой на телефоне, допустим, Facebook. Между прочим, в соседнем районе жених украл члены партии. В советское прошлое партия была всему головой. Многие понимали, что с партбилетом по жизни будет сытнее. Зарплата ежемесячно процент на нужды КПСС, но это позволяло и съездить в турпоездку, и, разумеется, продвинуться по службе. В советское время, конечно, вот была парадоксальная такая ситуация, что без партии было невозможно, но как такого партии тоже не было. Партия была государством, государство было партией, они друг друга перетекали. Впрочем, в начале перестройки преобразования шли под достаточно безобидным девизом «больше социализма, причем хорошего». Логика была проста. До этого у нас был социализм ближе к казарменному типу. Давайте теперь строить социализм с человеческим лицом. Но понимать это по-новому, а тем более строить, захотели далеко не все. Ты, Федя, пропагандист? О! Полтора часа говоришь. А, но непонятно о чем. На заре независимости партийность стала дело сугубо добровольным. Компартия осталась, но о ней чуть позже. Сегодня страна стала многопартийной. Современную политическую систему нельзя создать с чистого листа, просто по желанию. Нужно время. Дело, конечно, времени, но по какому пути двигаться? Есть либерализм с убеждением, что отдельные личности являются основой закона. Либерализм для нас все-таки исторически менее приемлем. Мы не имеем предпосылок для либерализма в той степени, как для социал-демократии. Социал-демократы в теории предлагают равенство возможностей, свободу, солидарность и ответственность по отношению к другим. Но социал-демократическая теория не развивается. Хотя на нее спрос есть, но умы, вот идеологические, которые должны были бы, не справляются с этой задачей. То есть у них нет бэкграунда такой вот наработок. Сегодня у нас 6 политических партий со своими программами, идеями и партийцами. Причем количество членов идет на 1000. Только вот насколько они активны, а сами партии не только ли на бумаге? Партия должна иметь свое идеологическое лицо. И здесь мы видим, что идеологически все партии размыты. Идеология – один из основных инструментов политики. У каждой есть свой свод правил и устав того, как вести себя и что делать. У Жерара Шварценберга, французского политолога, есть хороший критерий. Это политическая организация, работающая на регулярной основе. Надеюсь, очень хорошо критерий. Мы видим, что кроме одной партии на регулярной основе никакая партия не работает в Казахстане. Это, по мнению политолога, связано и с тем, что партии интересны для казахстанцев только в период выборов. Исторически можно это оправдать, что они пока не в состоянии. Молодые еще. Да, не в состоянии. Просто у них нет ресурсов, кадровых ресурсов для постоянной работы. Но все же, что же дает сегодня партийный мандат рядовому политактивисту? Так, это партбилет партии Ак-Жол, да? Угу. Можно? Я просто представлял, что партбилет — это вот такая книжечка. Да нет, для этого зачем? Это удобно в карман положить, она как бы не толстая, удобно для того, чтобы носить. Проблем нет. Приходилось в жизни его показывать кому-нибудь? Ну, в смысле, что-то он открывает, двери какие-нибудь? Нет, двери не открывать, конечно, но когда голосование идет, то есть показывать удобно. Партия Ак-Жол ратует за конкурентоспособность и рыночную экономику и, соответственно, выступает за всемерную поддержку частного, прежде всего, малого и среднего бизнеса. У нас первостепенная цель стоит — это реализация тех программ, государственных программ, которые необходимы для граждан Республики Казахстан, для субъектов частного предпринимательства. Это хорошие такие программы, которые озвучены были главой государства. Партия является последователем национально-освободительного движения «АЛАШ».
идея, цель движения «Лаш» заключается в том, чтобы мы равнялись на европейское общество, чтобы мы переняли самые лучшие. Социальная опора Акжола – состоявшийся и самостоятельный средний класс. Членов партии у нас очень много, то есть тысячи членов партии. Обязательные членские взносы для того, чтобы состоять в партии, нету. Каких-либо обязательств такого нет. По итогам парламентских выборов 2016 года акжоловцы получили 7 мандатов, то есть 7 членов партии, представленных в Мажилисе. Партия Акжол является очень активной. Об этом даже заметил сам спикер Мажилиса парламента, который сказал, то, чтобы нам бы таких Нуратану депутатов, 5-7 депутатов, как партия Акжол, и весь парламент бы заработал. Правда, к правилам отбора кандидатов у Акжола есть вопросы. Перед выборами, когда кандидаты идут, одно из оснований исключения из кандидатов в депутаты — это то, что он не указал там какие-то счета, там когда-то получал зарплату через карт-счет в банке, то есть он не указал вот эти счета, и на этих счетах какие-то мизерные там тыины остались. То есть это является основанием для исключения из кандидатов в депутаты. Мы считаем это неправильно. 7-процентный рубеж на парламентских выборах преодолели и коммунисты. Сегодня идеи марксизма и ленинизма в нашей стране отстаивает Коммунистическая народная партия Казахстана. КНПК расположилась в одном из бизнес-центров города на втором этаже. У лидера карагандинских коммунистов вместо скучных гудков стоит очень символичная мелодия. Звоним? Алло? Александр Михайлович, здравствуйте, проект 100 шагов. Здравствуйте, да, пожалуйста, заходите. Вот наш кабинет, в принципе, по-коммунистически. Для Александра Зевахина, как в той песне, Ленин всегда молодой. Труды, пожалуйста, тоже. Это Владимир Ильич, Маркс, Фридрих Энгельс. Все труды. Читали? Ну как, не все, я хочу сказать, все это прочитать, как бы даже... Право на труд, власть народа, справедливость. Девиз компартии сегодня. Наша партия борется за то, чтобы социальная политика была действительно на уровне развитых стран. В компартии действует общественная приемная, бесплатные юридические консультации. Есть свое молодежное крыло. Изначально было старшее поколение, хочу сказать, да. Но на замену старших приходят новые. И в последнее время, хочу сказать, да, действительно, очень много приходит молодежи к нам. Сами уже, без рекламы даже. Показать свою позицию. Позиция партии простая и лаконична. Не то чтобы с заводы рабочим и землю крестьянам, но за подлинное народовластие, социальную справедливость и процветающую экономику на базе научно-технического прогресса выступают. Все зависит, конечно, не только от одного президента, я хочу сказать, что и от нас много что зависит. Мы, конечно, делаем, мы контролируем, мы предлагаем. Для КНПК красный хит сезона. Активно стали себя проявлять коммунисты в интернете. Акции, флешмобы. Мы работаем с товарищами. Для товарищей существуют и членские взносы. Взносы мы сделали так, чтобы не было как бы для социально уязвимых слоев населения. Мы сделали минимально, если может человек, он приносит. Если не может, он, конечно, из семьи не будет жирно выносить, правильно? Мы сделали это как бы 50 тенге вот так вот за квартал. Это для самых малообеспеченных семей. А так в среднем? А в среднем это вот уже там уже как совесть человека позволяет. Вот моя «Волга», «Ласточка», «Черная молния», кто только говорит так. Лидер карагандинских коммунистов по городу перемещается, как и его старший товарищ из советского прошлого, на «Черной Волге». Немножко ее подделал, поменял кое-что с другой «Волги». Ну, собрал, можно сказать, с двух «Волг». Радио работает? Да, работает, вот даже лампочка загорается. На 24-й «Волге» брендированный салон. Серп и молот украшает теперь сиденье. Хочу сказать, что вот еду, форточку открываем, вот так вот. Едут вот такие джипы, и мне показывают вот так вот. Пробиться во власть, ну, для начала хотя бы в маслихат, потом уже в мажилис, по партийным спискам, конечно, проще. Партия, если человек толковый, за него похлопочет. Существует даже своя некая формула успеха, куда входит 20% политтехнологий, 10% везения, ну, а остальное... Работа с избирателями. Работе с избирателями большой акцент уделяет партия «Аул». Мажилисе будет представители, пока
к сожалению, нет партии Волги, только от Сената один от Бектаев Алиев сидит. Поэтому следующего вороха обязательно должен быть наш представитель. Народно-демократическая патриотическая партия своей политической целью поставила решение сельскохозяйственных проблем. Наш президент говорил, должен быть сельскохозяйство драйвером будущим. Поэтому, чтобы драйвером быть, это нефть и остальные, все это уже временное явление. Это когда-то запасы закончатся. А села, что развить? Животноводство, полеводство, растениеводство, это все надо поднять вопрос, который касается крестьян, сельского хозяйства, должен быть наш представитель. Представитель, по мнению Мажитова, прежде всего нужен для того, чтобы усилить поддержку аграрного сектора, где защита интересов тружеников села – это и есть повышение жизненного уровня граждан. Мы ездили по районам, по городам, основным по районам, и много вопросов, которые возникают у крестьянского хозяйства. Их у нас по области очень много. И надо научно подкрепить их знания. Поэтому вот у нас имеется в составе партии АУЛ доктора наук сельскохозяйственных. Чем располагаем, тем и помогаем. У АУЛа есть и центральная контрольно-ревизионная комиссия. Ее члены следят за финансовой и хозяйственной деятельностью партии. А вот членских взносов нет. Ну, пока мы не платим. Поддерживать только, значит, республиканской партии АУЛ. А взносы платить, вы знаете, это накладно. Многие не поймут. Партийцы в своей сфере очень активны. К примеру, депутаты из АУЛа предложили ввести мораторий на ГМО. По их мнению, сегодня мы не знаем, что потребляем. Считают, что этот вопрос важен не только для правительства, но и для каждого из нас. Производство сельского хозяйства – это не так просто, не каждому понятно. У вас есть партбилет? Ну, у нас, конечно, имеется партбилет, партия АУЛ. Билет я покажу, вот, имеется партбилет, а он. Очень часто многие не понимают, партия, да, и требуют, иногда у нас очень много обращений, говорят, вы должны, вы обязаны. Нуратан – политический лидер на партийной сцене, у правящей партии больше всех мандатов и голосов. Наша задача – контролировать, насколько качественно вот эти все инициативы, программы президента озвучены, они работают, и насколько они доходят до населения. То есть мы определенный мост между исполнительной властью и гражданским обществом. Этот мост в партии выстроили благодаря общественной приемной, но к ней мы еще вернемся. Проблемы решать здесь предлагают сообща. Не где-то сидя дома говорить или в сетях, вот там не делается, вот там дорога такая, вот там освещения нет, а он должен сюда прийти, на наших площадках мы приглашаем уполномоченный орган, и здесь должно конструктивное обсуждение. В Нуратане возможно и заработать, когда ты не только в партии, но и работаешь на партию. Минимум идет 90-100 тысяч, 110 тысяч минимум, да, вот идет, да, консультанты до 130-140 тысяч, и первые замы в регионах и первые замы областей, они получают такую же заработную плату, как зам-акимы областей и зам-акимы городов и районов. Тут надо отметить, что Нуратан зарабатывает себе на политическую жизнь сам. Многие думают, что мы на государственном бюджете. Нет. Содержать штат сотрудников, проводить акции и еще оплачивать счета. Расходы внушительные, но и доходы тоже приличные. У нас 18 зданий филиала партии Нуратан. Они у нас в собственности. Это здание, где мы аренду сдаем, да, помещение. Да, мы зарабатываем, мы сдаем в аренду. Плюс у Нуратана существуют и членские взносы. У нас пенсионеры, безработные, они, оказывается, бывают люди член партии, но, казалось бы, они не оплачивают взносы на этот момент. Если студенты, они всего 0,1%, по-моему, да, оплачивают. И, значит, идет сумма больше 200 тенге в месяц. Правящая партия активна и в социальных сетях. Искать новые пути и где-то даже решать проблемы сегодня можно в интернете. Блогеры, ну и просто активные граждане очень часто оголяют болевые точки общества в социальных сетях. Минимум 30 минут в день мы должны уделять соцсетях. Вот смотрите, вот мой на телефоне, допустим, Facebook, да, это мой. Сюда мне на Facebook могут комментарии писать. Могут предложения. То есть мы, а у нас идет всем постоянно. Всем отвечаете? Есть всем, обязательно. Чем заняты остальные сотрудники? К примеру, в здании областного филиала 3 этажа. Во всех кабинетах работают люди в костюмах. Это у нас отдел политической работы областного филиала партии.
Самой многолюдной и посещаемой является общественная приемная. Около 7 тысяч обращений в год. А это 7 тысяч человек, которым нужна помощь. Это 7 тысяч по-настоящему жизненных историй. Большая часть вопросов, которые волнуют граждан, это вопросы обеспечения жильем, земли, а также люди жалуются на то, что их, по их мнению, уволили незаконно, при этом не выплатили им заработную плату. Где-то помочь можно своими силами, а где-то приходится привлекать спонсоров. Абсолютно всем помочь мы не можем, потому что есть системные вопросы, которые решить тяжело. Системные тоже бывает, решить не всегда получается. Нужно понимать, что партия не имеет складов с углем, каких-то там личных заводов по производству чего-то, и поэтому она не может прямо сейчас что-то такое материальное дать. Ну, собственно, вот она, общественная приемная. У нас регулярно проводятся приемы граждан здесь. Мы приглашаем, ответственных государственных чиновников, неправительственных организаций. Ну, давайте посмотрим. Отфутболить обратившегося не получится. На стенах видеокамеры. Материалы просматривают даже в центральном аппарате в Астане. Приемная работает, ну, кроме субботы и воскресенья? Да, приемная работает с 9 до 6, кроме субботы и воскресенья. С понедельника по пятницу сотни людей. Сейчас, правда, никого. Утро. Заверили, к обеду народ соберется. Один из примеров, когда мы помогли конкретному человеку, это тот случай, когда одна женщина, человек с ограниченными возможностями, которая проживает в Октябрьском районе, обратилась в филиал и рассказала о том, что уже около 14 лет у нее не идет в доме холодная питьевая вода. А почему? Как оказалось, соседи скидывались на ремонт, как это часто происходит, труб, и ее не учли, а у нее не было средств на эти цели. И они забыли про нее. И да, получается, в обход ее квартиры была проведена труба холодной, новой питьевой воды. И вот так она жила 14 лет. Решили вопрос? Да, вопрос был решен буквально за пару недель. Мы оперативно связались с услугодателями, и они пошли нам навстречу. Идти в партию в поисках заработков не самый удачный вариант. Если ты в партии, то, возможно, придется работать бесплатно, за идею. Я могу сказать то, что я зарплату не получаю. Это общественная работа. Мы же практически ничего не получаем. Партия для многих ступень наверх. Это желание использовать партийный ресурс для своего роста. В этом ничего плохого нет. Да, вот. И если партия предоставляет и является так называемым социальным лифтом, зачем им не воспользоваться, да? Как подчеркнул президент страны Нурсултан Назарбаев, есть горячие головы, которые твердят, что в Казахстане должна быть однопартийная система. Один человек, как, к примеру, одна партия, не может видеть все всесторонне, да? То есть ему могут подсказать. Для этого вот необходимы такие конструктивные оппозиционные партии. Президент также отметил, что логика развития партийной системы предполагает отбор наиболее сильных и дееспособных. По его мнению, сильные и крупные партии способны дать толчок развитию страны. Открылась возможность, что именно победившие партии формируют правительство. Да? Это говорит о том, что оживляться будут партийно-политическая система, состязательность во всем этом вопросе. У каждой партии свои идеи и цели. Хотя цель одна – достучаться до нас, простых избирателей, электората. Партийная система, она не может быть совершенной, но нужно пробовать. Вступать в партию или не вступать, мы, разумеется, никого не принуждаем. У нашего проекта достаточно невинный лозунг. Смотрите телеканал «Сары-Арка», и тогда у каждого будет свое место для шага вперед. На этом сегодня все. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и не забудьте заглянуть на наш официальный сайт. Всего доброго!